Всем привет! В сегодняшнем выпуске светодиодная лампа Bell Light мощностью 12 Вт указано производителем, что светит как 100-ваттная лампа накаливания. Соответственно, сейчас разберем и посмотрим содержимое, как устроена схема. Приятного просмотра! Итак, данная лампа сделана в России. Так получается, в городе Смоленске. И, соответственно, сейчас мы разберем. Данная лампа, она именно, то есть не склеена, а именно, то есть легко снять верхнюю часть крышки. То есть там она просто держится на специальных пазах. Так, подсовываем и отщелкиваем светорассеиватель. Верхнюю часть, и мы видим саму схему. Вот тут маркировка производителя, сделана в России, 12 ватт. Как указывает производитель, это у нас холодный белый цвет, хотя, наверное, все-таки это более яркий белый цвет. Так, соответственно, видим саму схему. Так, что мы тут видим? Светодиоды. Тут у нас 13 светодиодов. То есть тут идет маркировка. Вот D13, 13 штук. Диодный мост. Тут он находится у нас. Так, чип-резисторы. Также получается... Электрический конденсатор находится в нижней части платы. Вот мы видим контакты. Вот. И маркировка плюс и минус. Здесь отсюда подводятся именно контакты сети, так скажем. И там же находится именно... Также обычно там располагается резистор. То есть, который служит в роли предохранителя, там в случае там возникновения короткого замыкания, чтобы замкнуть цепь. Обычно располагается в нижней части платы, то есть либо получается прикрепляется, припаивается к самому проводу и изолируется с помощью термоусадки, либо же может быть расположена в нижней части платы. Так, и здесь также вот именно присутствуют резисторы около драйвера, маркировка RS1, RS2, которые именно регулируют именно силу. В зависимости от них устанавливается сила тока, которая будет подаваться на светодиоды. Прошу прощения, то есть установлен все-таки резистор тока RS1, RS2, видите, отсутствует. То есть иногда производители могут, получается, параллельно припаивать два резистора, либо же установить один. И от величины данных резисторов зависит, соответственно, какой ток будет подаваться. То есть, если хотите, чтобы там, не знаю, подавалось меньше силы тока, то есть номинал резистора можно увеличить, в этом случае сопротивление увеличится и меньше ток будет подаваться. Меньше сопротивления, тем больше тока, и тем получается быстрее могут перегорать светодиоды. Ну, тут производитель уже рассчитывает, да, исходя из установленных параметров по их, так скажем, задумке инженеров, все это конструируется, и они все это просчитывают по формуле, которая приводится у изготовителя драйвера, то есть какого номинала резистора нужно установить для получения тех или иных значений. Так, ну также присутствуют остальные чип-резисторы, вот маркировка 364 на них. Так, тут 16R0 маркировка, так, 16 Ом, вот. Ну так, по внешнему виду сделано достаточно, так скажем, добротно. Так, что же касаемо платы, да, тут есть площадки для размещения дополнительных элементов. Мы видим различные маркировки. Так, R5, R6. Ну, то есть, видим, производитель предусматривает различные схемы включения.
получается, элементов, и в случае необходимости может носить какие-то изменения в самой схеме при подключении. Так, продолжим разбор лампы Bell Light. Входи в отвертку, вот я снял. Так, получается, это панель. Так, здесь в нижней части мы видим, да, как я уже говорил, электрический конденсатор. Сейчас скажу номинал. Так, чтобы было лучше видно. 6,8 микрофарад на 400 вольт. И также мы видим вот белый провод. Так, и внутри черного. Так, там получается резистор, который выполняет роль предохранителя. Так, также можем вот такими движениями снять. То есть там, видите, как вент, также есть резьба. Так. И к ним подходят провода. И они прикрепляются к этим контактам. Так, давайте я вам лучше покажу. Вот видите, там вот белый провод, здесь еще вот резистор, который именно выполняет роль предохранителя. В случае, получается, возникновения короткого замыкания, неисправности, он перегорает и тем самым обесточивает всю схему, и таким образом выполнена защита. Ну, это стандартная защита, чтобы вас обезопасить, чтобы все это было безопасно. То есть сделано добротно, красиво. То есть внутри тут также вот. Так, это у нас вот все алюминиевое, чтобы алюминиевая такая платка, чтобы отводить тепло. Алюминиевый стакан, чтобы также вот тепло хорошо отводилось. То есть оно так приклеено. Вот. Все вот так у нас сделано. Такой был обзорчик, разбор, так скажем, лампы. Подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного видео. Поставьте пальцы вверх, старался для вас сделать такой обзор, как говорится, разбор. Нажимайте на колокольчик, тогда вы будете удивлены о новых видео, которые выходят на моем канале. Всем желаю крепкого здоровья, всем удачи, всем пока!